Всем привет, это Народный патруль. Здесь мы узнаем о самых интересных событиях, снятых очевидцами. Также среди них можешь оказаться и ты, поэтому включай камеру, снимай, и твой ролик увидят все. Видео присылай в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Instagram Народный_патруль49. Крышесносный день выдался 10 февраля. Ураганный ветер с порывами свыше 30 метров в секунду срывал кровли, выбивал стекла автомобилей и сносил пешеходов. Разрушительная сила стихии на ваших экранах. Также сильный ветер и неожиданная оттепель стали причиной схода лавины на Амсукчанской трассе. 6-метровая стена снега завалила участок дороги протяженностью 200 метров. Ликвидация последствий заняла 20 часов. Стою посередине лавины. Вот туда метров 50. Вон она, сопка вся лысая уже. Нету. И туда метров 100. И здесь высота, наверное, метра 2 от дороги. Будем стоять куковать. Перевал утром сделали. Бульдозер прошел, и мы сразу пошли. Напрямую с горы спуск. Днем 7 февраля в полицию поступил звонок об угрозе взрыва жилого дома на улице Якутской. На место выехали все экстренные службы, однако информация не подтвердилась. Вызов оказался ложным, а звонившего довольно быстро вычислили. Теперь ему грозит уголовная ответственность. В общем, мне кажется, что это не учение. Приехал мужчина с собакой, овчарка. Прям, я не знаю, там еще один, он, смотрю, под домом с собакой бегает большой. Вообще пипец, что это? И почему все тусят возле этого дома? Если некоторых любителей подледной рыбалки можно упрекнуть в излишней самонадеянности, то вот солидарности им не занимать. Сахалинские рыбаки пришли на помощь своему коллеге и попытались голыми руками вытащить провалившийся под лед автомобиль. Вышло у них или нет, смотрите сами. Одним рыбакам важнее получить острое ощущение, чем богатый улов, но автор следующего видео явно не из таких. Вот чем можно поживиться в Матыклейском заливе. 28 число. Только отчерпали рыбку. Как бы так. Фух. Целый день, короче. Так освободились. Звучит как так. Вон ты клей. Рыбки по машинам. Это только начало. Начало рыбки не готовы. Как-то вот так.
Следующее видео – практически готовый сюжет для новой басни «Лисица и кусок сала». А мораль простая – голод толкает на подвиги. Не проходи мимо интересного, включай камеру, снимай, и об этом узнает весь город. Автор лучшего видео по итогам месяца получит денежный приз, так что пиши WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Instagram народный, нижнее подчеркивание, патруль 49. А на сегодня все. До новых встреч!